Вопросы энергетического сектора сегодня обсуждались и в ходе встречи Игоря Дадона с Анной Марией Михаеску, консультантом фирмы «Энергоконтинент», которая развивает парк ветрогенераторов на юге Республики Молдова. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети. Проект строительства парка ветрогенераторов мощностью в 120 мегаватт был начат в 2010 году в сотрудничестве с инвестиционным подразделением Всемирного банка, занимающимся производством ветряной энергии. Ежегодный объем, производимый в рамках этого проекта энергии, может составить 15% от всего ежегодного потребления в Республике Молдова. В случае, если «Энергоконтинент» получит подтверждение того, что проект и далее соответствует энергетической стратегии Молдовы, компания завершит процедуру привлечения инвесторов для финансирования и имплементации проекта. Глава государства приветствовал намерения компании и отметил заинтересованность руководства страны в продвижении проекта в области возобновляемой энергии. Игорь Дадон заверил «Энергоконтинент» в поддержке этого проекта.